уважаемые товарищи! Сегодня в соревновании на приз имени Рудольфа Богданова принимают участие сильнейшие гонщики Сибири и Дальнего Востока. За команду города Уссурийска выступает двукратный чемпион мира по спидвею на льду Сергей Казаков. Еще в 1975 году юный дальневосточник буквально ворвался в когорту сильнейших, завоевав на чемпионате мира бронзовую медаль. Тогда успех Сергея приняли по-разному. Одни увидели новую звезду на спортивном небосклоне, другие — просто на редкость удачную ситуацию для взлета дерзкого юнца. Почитателей было больше. Они видели Казакова чемпионом мира не когда-нибудь, а уже в следующем году. Казаков поступил в госпиталь в тяжелом состоянии. Перелом бедра, но операция прошла удачно. Сергей не стал чемпионом мира ни в следующем году, ни годом позже, ни через 5 лет. О Сергее сложилось мнение, как о неудачнике. Судите сами. Казаков из года в год участвует в соревнованиях, летом и зимой, в спидвее и кроссе, но бывает даже не доходит до финала. Падение и травм, которые преследовали на протяжении многих лет Казака, хватило бы на десяток именитых спортсменов. Но он настоящий мужик. Сборную уже поговаривали, все, Казаков погоды не сделает, пора отчислять. Но старший тренер сборной знал, погоду делают другие, а Казаков создает климат. Сережу Казакова я первый раз встретил в 1975 году. Проходил чемпионат СССР, я его увидел на отборочных соревнованиях чемпионата России на четвертушке и на полуфинале. И мне понравилось его трудолюбие, большой такой энтузиазм в подготовке техники. Я смотрел за ним стабильное такое ровное выступление. И вот если же другие спортсмены, заезжая в закрытый парк, ну, бросают мотоцикл и там пошли, там, или поговорить, или что-то такое, так он берет ключи, все протягивает, проверяет там шипы, ну, отдает полностью гонки всего себя. Советских спортсменов в финал вышло 6 человек, по 3 человека с каждого полуфинала от страны, это как по правилам Международной Федерации. Ну, борьба, конечно, была очень напряженная, наши гонщики были по силам почти что все равны. Не почти что, но подготовлены все были очень хорошо, так же, как и иностранные спортсмены. Ну вот, удача выпала мне. Удача пришла Казакову только через 7 лет. Чемпионом мира он стал в 82-м. На следующий год подтвердил звание самого быстрого гонщика планеты, а в 84-м Сергей Казаков, уже капитан сборной СССР, одерживает одну победу за другой и готовится к главным стартам года – чемпионату мира.
это спорт, это прежде всего это надо очень много работать, работать постоянно. Где-то, казалось бы, какая-то мелочь, можно не обратить внимания, оставить, но потом это обязательно, обязательно где-то выльется. И прежде всего, если хочешь достичь результатов каких-то в мотоспорте, как в кроссе, в гонках по льду, по гаре, это прежде всего работа, работа и работа. На мотоциклах для гонок по льду тормозов нет. Азарт, стремление к победе, риск спортсмен уравновешивает тормозами благоразумия. Сергея называют рыцарем ледового кольца. Он часто падал сам, падал с чьей-то помощью, но никто и никогда не падал с помощью Казакова. Вот потому друзья по сборной восприняли награду Сергея, орден «Знак почета», не только как признание спортивных заслуг своего капитана. Thank you.
заезд молодой спортсмен Виталий Русских. Он именно на самых последних метрах все-таки вырвал победу, причем очень нужную победу для него. Февраль 84-го, чемпионат мира по спидвею на льду в Москве. Этого дня с нетерпением ждали любители мотоспорта, ждали болельщики Казакова, ждал и готовился к нему сам Сергей. Он был в отличной форме, все предвещало успех. Но накануне, в полуфинальных заездах, почти в такой же ситуации, претендент на золотую медаль сломал руку. Именно этот заезд может решить, кто станет чемпионом мира 1984 года. Увы, Эрик Стенлунд, но ни Стенлунд, ни Казаков не подозревали, что ровно через 20 дней они встретятся на командном чемпионате мира, где сборные СССР и Швеции наберут равное количество очков. И судьбу чемпионских медалей решит дополнительный 13-й заезд, в котором они встретятся один на один, Стенлунд и Казаков. Это произойдет ровно через 20 дней. Девятнадцатого марта в Девентере команда гонщиков СССР во главе с Сергеем Казаковым стала чемпионом мира.